Партия «Единая Россия» проводит конкурс на лучший сценарий ролика для международной акции «Диктант Победы». Участвовать могут все, кто захочет. Свой сценарий нужно отправить в формате текстового документа на электронную почту dp@edinros.ru. Указать свои фамилию, имя и отчество, возраст, телефон и электронную почту, а также добавить ссылку на свой пост в соцсетях. В этом посте нужно рассказать о своем участии в конкурсе, добавить хэштег «Диктант Победы» и ссылки на страницы проекта «Диктант Победы» в соцсетях ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. В теме письма необходимо указать сценарий на конкурс и свои фамилию и имя. Сценарий должен содержать сведения о значении предстоящей акции, ее целях и задачах, популяризировать знания о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма и укрепление связи между поколениями, а также сохранение исторической памяти. Конкурс завершится 24 июля. По сценариям победителей снимут и смонтируют три ролика. Они станут основными промо-видео международной историко-просветительской акции «Диктант Победы», которая в этом году состоится 3 сентября. Акция «Диктант Победы» была запущена в рамках партпроекта «Историческая память» «Единой России» в 2019 году и состоится уже в четвертый раз. Она призвана пробудить у людей интерес к событиям героического прошлого нашей страны, дать возможность проверить свои знания истории и узнать больше о забытых подвигах предков. Участники «Диктанта Победы», набравшие максимальный балл, получат преференции при поступлении в ВУЗ.